Добрый вечер, друзья. Я приехала. Хочу услышать вечернюю перекличку. Вечер. Кто охотится на меня? Ау. Кто бежал? Кто охотится? Говорю, перекличку хочу услышать. Кто еще бежит охотиться? Я все вижу. Туманы такие уже стали привычными этой зимой. Тихо, ветра нет. Может быть, нам повезет. Да. Кто тут тоже охотится? Красавец. Несмотря на вечер, в парке еще идут работы. Наша гоп-компания дружная лежит. Чего домой не идете? Уже не приблизишь, темно, вечер. А ты чего один? Прямо на лапе. Такой красивый лев. Как хорошо, с одной стороны, что есть зима. Олег Алексеевич всегда это говорит, потому что зимой, поздней осенью можно что-то делать. Заняться благоустройством парка, что-то отремонтировать, что-то сделать. Потому что летом туристы, люди. И, конечно, в парке сильно ничего не сделаешь. О, кто-то там отношения выясняет. Посмотрим, что делает наш вожак на том же месте. Фактически. Сколько уже дней, а? Чука. О. Давай. Давайте, что я зря пришла? О. Вожаку не до переклички, а это такой хор устроили молодые львы из дальних вольеров. Ну, а повторить на бис нет? Я была возле вожака. Какая дружная компашка. Ну, давайте еще. Что я тут стою, вот это вот мерзну. По закону подлости только уйдешь,
и все начнется. Ну. Говорит, Таня, тебе и так повезло. Что вы говорите? Ну, понятно. Пометить нужно, хоть уже всех и выгнал с вольера. Но все равно нужно пометить. Ладно. Не хотите больше порадовать людей? Мне так нравится, как ты лежишь. Задумчивый лев. Но я бы на вашем месте уже пошла все-таки в домик. Не май месяц. Вот, вообще не май. Сыро. Мряка-бряка. Ну, уже, друзья, наступил Новый год. И что тут осталось до наших с вами встреч? Январь, февраль. А в марте у нас уже обычно полно людей. И уже становится зелененькое что-то. Уже пахнет весной. Кто на меня опять охотится? Львица бегает со львом из соседнего пейда, из соседнего вольера. Что ж такое? Вдруг отобьют. Кто у тебя отобьет? Если только вольеры соединят. Так что, друзья, как говорится, до новых волнительных встреч весной в парке Львов-Тайган. И зоопарк «Сказка». С любовью, Стайгана.